Il faut que je prenne ma part de cette guerre de religion. Tout ce que j'aime est menacé. Je veux faire la guerre par amour et par religion intérieure. Je ne puis pas ne pas participer. Эту книжку я еще прочитал ребенком, и она на меня произвела очень глубокое впечатление, какой-то своей совершенно непонятной, но очевидной глубиной. Я понял, что ее надо будет перечитывать еще не раз. Вот эта выставка, она помогает ощутить силу искусства как погружение в проблему, как погружение в некую драму. «Маленький принц» — это же трагическое произведение. Вот, а трагедия, она предполагает какое-то очищение, какой-то выход, какое-то решение кризиса, в который она помещает человека. И вот мне кажется, здесь это удается сделать. Как-то особенно остро вот в этом контексте для меня звучат слова Сергея Фуделя, что церковь — это преодоление одиночества. Это некий такой контражур к церкви. То, что здесь мы видим, то состояние, в которое мы здесь погружаемся, оно работает как очень хороший контражур для ощущения человека в церкви. В церкви человек не одинок, не одинок. И ты начинаешь ценить это состояние не одиночества, именно когда понимаешь, а что такое вот онтологическая пустота одиночника, разверзшаяся бездна, куда страшно заглянуть, как в тот колодец. J'ai la mère impression d'un temps perdu terrible. Je voudrais être mangé par un arbre, alors qu'on sent tous les oiseaux que l'on défend. La merveille de l'anonymat, comme celui de pilote de ligne ou de l'escadrille de chasse ou du cloître, c'est que l'on devient tout doucement ou tout simplement quelque chose. Я открываю книгу, и я понимаю, что посвящается моему другу, когда он был маленьким. Это такое искусство, когда человек продолжает любить себя маленького, интересоваться собой маленьким. По всей вероятности, он в силу своих каких-то бесконечных военных действий мало с какими детьми, в полку мало было детей, но он маленький, для него был это очень большой, это настоящий феномен, и это очень интересно, это периодически бывает у всякого художника. Экзюпери, как мне кажется, очень четко проводится различие между содержанием, смыслом и формами, между словами и идеями, которые эти слова выражают, между скрытым смыслом и тем, что лежит на поверхности. И возвращаясь к этой инсталляции, к этой выставке, хотел бы сказать, что, на мой взгляд, художникам очень хорошо удалось отразить эту важную, как мне кажется, для Экзюпери интуицию и установку. И очень много здесь есть экспонатов, которые как раз демонстрируют такой, если хотите, дуализм между смыслом и формой, словом и содержанием. Ну, Гагарин, потому что это космическая одиссея, продолжение космической одиссеи маленького принца, который плутал по планетам, по космосу шарил в поисках друзей и вообще счастья, видимо, и каких-то, не знаю, своих несбыточных мечтаний. Для меня это икона в смысле знаковости такой вот человеческой. Но не только для меня, это, в общем, мировой символ, конечно, героизма и вообще уникальности. Ну, знаете, мне показалось это такой вечной темой размышления человека по поводу своего присутствия в мире. Каждый человек пытается понять, что за мир, в котором он живет, что он есть в этом мире. Вот художники, в частности, когда делают свое искусство, я думаю, исходят как раз из желания осознать именно вот эти вещи. А поскольку Экзюпери был вот такой лирической натуры, что ли, да, он тоже как художник пытался понять и создал вот такую сказку интересную.
mais j'ai choisi l'usure maximum, et comme il faut toujours aller jusqu'au bout de soi-même, je n'en démordrai pas. Je souhaite que cette sinistre guerre s'achève avant que j'aie fondu tout entier comme une chandelle sous la brûlure de l'oxygène. J'ai un autre travail à faire plus tard.